Если тебе нравится Портия, то с тебя лайк и подписочка, если ты еще не подписан. Приветище! Это мое время в Портии. В прошлой серии мы попытались починить мост, но, как оказалось, это чертовски сложно, и поэтому мы уже седьмой день, как находимся здесь, на этой территории. О, письмо пришло, пойдем почитаем, что там. Два письма нам пришло. Первое от мэрии. Сегодня на Яркой площади будет сделано важное объявление. Пожалуйста, приходите в 19:00 и не опаздывайте. Окей, придем. Главное, не забыть об этом. О, здесь на инглиши. Иностранец написал. Ну ладно, не будем это читать. В общем, для того, чтобы сделать мост, нам нужен точильный станок. Но все не так-то просто. Оказывается, что для него нужны запчасти вот такие вот. А они добываются в заброшенных руинах. Ну, точнее, ты их там находишь. И предлагаю пойти на рынок, поискать шестеренки там. В общем, на рынке я ничего не нашел. О, барбершоп есть. А я могу туда зайти? Могу. В комментариях писали, что... Ну, блин, ну постриги ты уже своего бомжа. Пусть он станет нормальным человеком. Ну вот, видишь, барбершоп. Пойдем зайдем, посмотрим, что я могу сделать. А, закрыто. Ну, извини, дружище, кто писал этот комментарий. Не сегодня, видимо. Не сегодня мы пострижемся как-нибудь в другой раз. В общем, я обижал весь рынок. Обижал. И не нашел ничего такого, где бы я мог прикупить себе шестеренок. Походу, нам придется отправляться снова в шахты. Хотя, к черту шахты, давай на качельках покачаемся. Надо же немножечко повеселиться. Вперед, назад. Юху! Да, все-таки... Офига себе, покатался на качельках. Так, ладно, забудем про это не мое. Нам надо не забыть, что в 7 вечера на главной площади будет какое-то объявление. И нужно не профукать это объявление, пока мы будем в шахте. Потому что в шахте время бежит очень быстро. Наконец-то мы дошли. Блин, спустился в шахту, а у меня все сумки забиты, смотри. К тому же, в прошлой серии мы же спустились с тобой в бункер и свистнули там пару диванов. Я думаю, что надо бы их оставить у меня дома. И между прочим, эти диваны добавляют плюс 7 к энергии, смотри. Плюс 7 к максимальной энергии при размещении в доме вы получаете бонусы. Это же отлично! Нужно их разместить. Так, куда мы этот диванчик поставим? Наконец-то у меня тут какая-то хоть мебель появится. Давай вот сюда в уголок, только развернем его. Отлично. И здесь следующий тоже будет находиться у нас. Вот так. Все, шикардос, правда мне цвет не сильно нравится. Но да ладно. Помимо мебели, мы с тобой еще также нашли вентилятор. Когда жарко на улице, что там написано, да, посмотрим. Че, где вентилятор, вот он. Очень полезно, ведь когда на улице жарко, создает поток воздуха. Плюс 16 к максимальному здоровью. Это просто шикарно. В доме ставишь мебель, а у главного героя повышаются характеристики. Это ж чудно. Ну, вентилятор мы тогда поставим напротив наших... Вот так. Напротив наших диванчиков. Можем включить. О, да, кайфушечки. Садимся и кайфуем. Как насчет лицензии? Может быть, я ее... О, городская встреча. Ну все, ладно. Побежали. Нифига себе, тут народ собрался. Прям любопытно, что нам скажут. Здрасте, здрасте. Все прибежали. Вон, Гаст добегает. Good evening, everyone. Всем добрый вечер. В последнее время в Порте все чаще видят бонда мышей. Знаю, эти зверьки милые, но все же не приближайтесь к ним, они опасны. Я попросил гражданский корпус как-нибудь их отпугнуть. Но на успех особо не надеюсь. Мы все знаем, на что похоже нашествие панда-мышей. Иногда мне хочется, чтобы у нас был танк. Другим новостям. Мы решили восстановить мост на Янтарный остров. На этот проект уже был выбран мастер. Также мы готовимся к строительству транспортной системы БИП-БИП. В ближайшее время я выделю средства и выберу мастера. Любые пожертвования приветствуются. Что? Почему я впервые слышу о масте? Когда вы успели? Наконец-то я смогу там порыбачить. Он снова просит денег. Наконец-то в нашем городе появится новый мастер. Он живет в старой мастерской за городскими воротами. Давайте поприветствуем нового мастера, Геннадий. О, спасибо, спасибо. Че, все? Это все объявления на сегодня? И все разбежались. Гейл, подожди. Это типа знакомство новое, что ли, будет?
Кстати, тебе нужно познакомиться с жителями этого города. Для твоей же пользы. Я составил список владельцев магазинов в Порти. Сходи, познакомься. Отлично. Кстати, многие в комментариях писали, что выносливость здесь такая же, как в Зельде. Но хочу сказать, что игруха совершенно от других разработчиков. Может быть, они подсмотрели где-то это в Зельде, может быть, они просто это придумали сами. Но не стоит сравнивать эти две игры, они абсолютно разные. Итак, зачем я вернулся на свой задний дворик? Я хочу, чтобы мои вот эти вот материалы для точильного станка, они были израсходованы. Для этого давай мы начнем все-таки строительство точильного станка. Создать. Вот он. Медный слиток, 3 штуки, мы кидаем. Вот у нас стол готов. Дальше нам нужен точильный камень. Вот такая вот бандурина, смотри, здоровая. Вставляем. И корпус остался. А корпус состоит из запчастей. Кстати, еще в прошлой серии мы пытались сделать удочку. И пошли искать дикий кокон. Мы немножечко побили дерево, поскольку был забит инвентарь, я так и не подобрал то, что с него выпало. И вот оно, до сих пор тут лежит. И это дикий кокон, ты прикинь, как нам фартануло. Обалдеть, как раз 2 штучки. Мы сможем сделать удочку и выполнить задание. Офигенно. Так, вот она удочка. Можем сделать 1 штучку, как раз делаем. Мне потом самому надо будет удочку сделать и попробовать порыбачить. Вот такая вот удочка. Хотя, прежде чем мы ее отдадим, нужно же протестировать, правильно? Вдруг мы случайно что-то не так сделали, или у нас брак какой получился. Пойдем порыбачим. Возле моста нашел рыбу. Смотри, может тут получится порыбачить? Рыбачить, отлично. Для ловли рыбы нужна приманка. Блин, я ж тогда гусениц выкинул. Черт возьми. Нужно срубить дерево. Фу-фу-фу, что это такое? Собрать, я могу это собрать? Что это такое? Семена картофельного фрукта? Мне показалось, что это кокулечка какая-то. И у меня в инвентаре нет места. Блин, как же плохо с инвентарем-то, а? Он вечно забивается, прям... Сейчас мы быстренько добежим. А, нет, не добежим, мы свалились. Давай, вставай, бомжонок. Пойдем, короче, в шахту. О, письмецо новенькое. На этой неделе в пятницу и субботу будет проходить ежегодный день рыбака. Если хочешь принять участие, заранее запастись терпением и удочкой. А также не забудь зарегистрироваться. О, как мне фартануло-то. А тут чего? Я Дава, хранитель лесной фермы Порти. Недавняя буря разрушила нам забор. Пока его не починят, мы закрыты, так что мне нужна твоя помощь. Для ремонта нам понадобится 5 древесных досок. О, это фигня. Возьмем задание. Так, пойдем в центр города. Скинем сейчас с тобой удочку. Вот. Вот этому чуваку, Цива. Тебе же удочка нужна. Потрясная удочка от души, дружище. Вот, у меня есть еще приманка. Может, тебе так же нравится рыбачить, как и мне. О, приманка, здорово. Правда, у меня удочки теперь нет. Ну ладно. 10 червей он мне дал. Шикарно. Червей мы теперь не будем выкидывать. О, ящик нашел. Че в нем? Там силовой камень и запчасти. 3 штуки. Наконец-то все, валим отсюда, валим. Нам как раз нужно было 2 запчасти. А нам выпало целых 3. Так, ну все, наконец-то я тебе сделал точильную установку. Вкидаем сюда 2 запчасти. Вот такие вот шестереночки. Вставляем. Виола! Наконец-то у нас готова точильная установка. Значит, сейчас мы ее поставим куда-нибудь. Поставим ее рядом с верстаком. Здесь. Ага. И что нам там нужно было создать-то, я уже забыл. Нам нужны медные трубки, вот такие вот. Пойдем их делать. Медь у нас есть, вот она, медная трубка. Мы сможем сделать 2 таких штуки. Надо побольше медных слитков. У меня здесь ничего не плавится. Вот, еще 5 слитков могу сделать, давай сделаем. А топлива нет. Соберем мешочек наш. С пометом. Ага, все-таки это был помет, а не мешочек чего-то. И на чего, и для чего мне нужен этот помет? Ничего хорошего из этого не выйдет. Ну, в принципе, помет можно продать за 1 голду. Ладно, пускай полежит пока у меня в сумаре. Я думаю, что я не сильно буду вонять. Короче, все, я зарядил свою плавильню. Нам должны сделать 5 слитков. Даже больше, 8 слитков. Ну, а пока эти слитки делаются, мы все-таки попробуем сделать пару медных трубок.
Силовой камень нужен. У меня есть силовые камни. Хорошо, что я их не продал, а? Офигеть. И создаем. Максимум. Ну-ка. Точильный камень у нас обрабатывает. Обработка будет идти почти 2 часа. Ну, я думаю, что можно на этом времени пойти поспать, хотя время еще раннее. Что делать-то будем? Пойду, короче, я повыбиваю для своей удочки дикий кокон. Пойдем деревья пинать. Раз. Два. Что-нибудь упадет, не? Пчелиный воск упал. Мед упал. А кокон-то где? Кокон мне нужен. О, дикий кокон одна штука упала. Отлично, отлично. Мне еще один нужен. Давай еще попинаем. Это дерево больше ничего сегодня не даст. Я понял. Пойдем пинать это. Инвентарь переполнен. Ну вот. Давай мы с тобой сушки поедим. У меня как раз энергия почти на исходе. А мы сушки съедим. Все. Напинал я себе коконов. Так, где там наша удочка? Вот она. Создать. Одну штуку нам. Что мы еще можем сделать тут? Смотри, талисман. Талисман, сделанный из дерева и камня. Выглядит красиво. Плюс 5 к защите. От кого? Я не знаю от кого, но можно сделать. Кстати, есть деревянная корзина. Практичная корзина из дерева. Не для тяжелых вещей. Погоди, погоди. То есть, в принципе, если я эту корзинку сделаю, я могу туда что-то положить, да? Это то, что нужно. Сейчас я чуть-чуть древесины соберу. И корзинку намочу. Где там эта корзинка? Вот она, давай создадим. Принять. А, инвентарь переполнен. Чё выкинуть? Чё съесть? Есть чё съесть? Давай, короче, какаху выкинем. Чё она у меня в рюкзаке делает? Вот так, выкинули какаху. И взяли корзинку. Теперь давай посмотрим, чё с этой корзинкой мы можем намудрить. Корзиночка. Вот она. Оу, я могу ей драться. Нифига себе, как я мощно дерусь. Вот это я кунг-фу, а. Так, подожди, а как в эту корзинку что-то положить? Ее можно вот сюда одеть, что ли? Фига себе. Она сюда одевается. Так, подожди, тогда и талисман можно, в принципе... Где этот талисман? Вот он, талисман. Создать. Вот так. Его тоже можно одеть, правильно я понимаю? Где он у нас? Вот он. Точно. Ништяк. Мне бы еще одежду где-нибудь найти. Так, медные трубки у нас уже готовы. Забираем все это дело. Давай посмотрим, что еще мы можем сделать. Да, мы можем делать даже еду. Офигеть. Мебель. О, древнее хранилище. Вот что мне нужно-то, чтобы я ничего не выкидывал. Ёкарный бабай. Пойдем за деревом. Наконец-то этот ящик отобразился у меня в верстаке. Обалдеть. Куда его сейчас поставим? Наконец-то. Я-то думал, что я сейчас буду морочиться. Где оно? Древнее хранилище, это где? А, вот оно. Я-то думал, я сейчас буду морочиться со своими карманами. Не мог этот ящик найти долго. Поставим его здесь. Чудно! Открываем и закидываем сюда все. Ура! Я освободил место. Посмотри, сколько места у меня теперь. Давай мы переименуем наше хранилище в чудо-ящик. Принять. Ну чё, уже час ночи, на этой прекрасной ночке можно уже поспать пойти. 9-й день 1-го месяца 1-го года. Ты посмотри! Оказывается, чтобы получить вот такую крепкую деревянную доску, нам нужна циркулярная пила. Ой-ой-ёшеньки. Вот она, эта циркулярная пила. Для нее нужно медное лезвие, каменный кирпич. Да, уже. Ну, в принципе, тут не так уж все и сложно, и печально. Кирпич мы можем выплавить. Плавится он здесь. Давай посмотрим, сколько там нужно нам кирпича. 5 штучек. А, блин, у меня что-то медные слитки плавятся. Надо бы побольше плавильни тогда сделать. Опачки! Заправляем туда, значит, наш камушек. 5 штучек нам нужно. Кирпич у нас готовится 2 часа 30 минут. Значит, заправить дерево нам нужно. Сколько нам нужно заправить? Давай на 4 часа заправим. Вот так. Делаем кирпич. 2 кирпича. О, нам нужно 5. Это значит 12 часов должна печка проработать. Ладно, сейчас заправим еще побольше. 12 часов, вот так. Все, кирпичи у нас готовятся. Давай-ка посмотрим, сколько стоит прикупить участок. Купить.
1500 голды. Ой-ой-ёшеньки. Недорно так недорно. Мы сдвинулись хоть как-то с места в строительстве нашего моста. Создать. Вталкиваем сюда медные трубки. Отлично. Осталось только крепкие деревянные доски. Снова спустился в шахту. Нужна медная руда. И, между прочим, у нас скоро лицензия на вход в шахту закончится. У нас тогда она была всего на неделю. И осталось, по-моему, всего пару дней. Отлично, сразу же нашел медную руду. Так, надо не отклоняться от курса. Где медная руда? Медная руда, мне нужно тебя побольше. Что там? Что это такое? Часы какие-то, что ли? Ничего себе, небольшие часы нашел. Кстати, часы, смотри, что делают. Плюс 14 к максимальному здоровью. Я их могу одеть, не? Не могу. А, их в доме надо размещать. Ого. Так, значит, куда мы часы с тобой шлепнем? Наверное, сюда. В этом уголке все у нас будет стоять. Шикарно. Ну что, пойдем вздремнем. Ух ты, а что так темно-то? А, сегодня у нас пасмурная погода. Понятно. По кирпичам у нас все готово. По слиткам тоже почти все. Значит, изготавливаем 2 медных лезвия. Они у нас делаются. И приступаем к изготовлению циркулярной пилы. Значит, что нам нужно? Каменный кирпич. Вот у нас каменный кирпич. Кидаем. И, в принципе, еще 2 медных лезвия. И все. Циркулярка у нас готова. Сколько там будут они делаться? 1 час 25 минут. Медные лезвия у нас готовы. Уставляем их. Вот так. Наконец-то циркулярка готова. Куда мы ее поставим? Поставим ее, наверное, вот здесь. Тут есть самое место. Овощи! Ну и теперь давай нарезать доски. Вот они, доски. Что-то странно, могу всего 3 сделать. Короче, я понял. Вот это дерево, которое у меня есть, оно не совсем подходит. Нам нужно другое. Я полагаю, что нужно срубить дерево. Вот давай попробуем вот такое вот дерево срубить. И с него есть вероятность, что упадет крепкое дерево. Но нет, нифига не упало. Это означает, что нам нужно рубить, скорее всего, вот такие вот. Огромные деревья. Ладно, пришло время сделать новенький топорик. Что нам там нужно? Бронзовый слиток и комплект модернизации. Бронзовый слиток мы можем выплавить. Для этого нужна оловянная руда и медная руда. Это все у нас есть. Где у нас оловянная? Вот она. Значит, делаем 3. Вот так. 10 часов все это будет делаться. И сейчас нам нужно еще сбегать в магазин за комплектом модернизации. Так, вот он этот комплект. 300 монет стоит. Ух, как дорого-то. Чё-то чувствую, денег у меня не хватит. Придется драпать шахту. Короче, в деревне все ходят вот с такими вот шапочками. Мне бы тоже не помешало, смотри, там он тоже. Капец. Один я как лошара. Как насчет подстричься? Точно, в парикмахерскую. Шахта подождет. Пойдем в барбершоп. Надеюсь, сейчас он открыт. Закрыто. Да что ж такое-то? Все закрыто и закрыто. Видимо, не судьба мне подстричься. Все. Комплект модернизации могу себе позволить. Покупаем. Есть. Давай посмотрим по другим заданиям, что нам нужно. Медные лезвия. 3 штуки. Сейчас сделаем. Починить забор лесной фермы. Для этого нужны деревянные доски. 5 штук. Ага. Значит, по лезвиям. Сколько я могу сейчас сделать? 2 штуки. Нужно еще немножечко медных слитков. Они сейчас у нас переплавятся. По циркулярной пиле. Могу сделать 3 деревянных доски. Это маловато будет. Надо побольше. Пойду дерево собирать. Значит так, заправляем нашу циркулярную пилу. Нам нужно 5 деревянных досок. Есть. Все, она пилит. Новый топорик. Бронзовый топор. У нас все как раз к этому готово. Создаем. Отлично. Смотри, какой у нас теперь бронзовый мощный топор. Пойдем попробуем срубить огроменное дерево. Блин, тут не хочется. Я уже тут кучу всего посрубал. Давай здесь на окраине попробуем. Вот это вот срубить. Получится у нас это или нет, сейчас мы узнаем.
О, рубится! Надеюсь, в этом дереве есть крепкое дерево. Ну-ка. Кажется, что-то упало. Крепкое дерево есть в нем! Правда, маловато, всего одно упало, смотри. А мне таких нужно 25. Но тут еще есть пень, может, я пень могу? Как-то что-то с ним сделать. Level up. Так, есть там крепкое дерево? Есть! Отлично, с пня 4 штуки прям собирается. Это хорошо. Значит, рубим еще. Фу, ну вроде бы все. Все собрал. Становится поздно, вам нужно отдохнуть. Ну сейчас. Ой, куда я бегу? Сейчас, где мой дом? Я потерялся, в лесу потерялся, в трех деревьях потерялся. О, слава богу, нашел. Слава богу. Все. Что там еще долго будет пилиться-то? Медное лезвие у нас готово. А, нужно теперь его отнести. Отнести... Кому отнести-то? Может быть их вот сюда выложить? Нет, сюда ничего выкладывать нельзя. О, все, свалился с ног. Подъем! Видимо, эти диски нужно Паулю лично отнести, да? Ладно, отнесем, не беда. Досочки у нас тут все готовы. Забираем их. И начинаем делать уже крепкие деревянные доски. Нам нужно 5 штук. 10 часов они будут делаться. А пока пойдем сходим поищем Пауля, чтобы дать ему лезвие. А, ну еще же мы сделали деревянные доски для забора. Надо сходить на ферму. Ферма у нас вон там. Вот она! Вот она, эта ферма. Смотри, какой тут забор. Огроменный, высоченный. Просто так туда не пролезть. Я думаю, что мы туда сможем пройти, да? О, спасибо, спасибо. Лесная ферма снова скоро заработает. Давай, Эдит, у нас полно дел. Отлично, доски мы закинули им. Что, они их сейчас будут колотить, нет? Эдит что-то стоит, ничего не делает. Ладно, это его проблемы, с ним разберусь потом. Давай забежим сюда, на ферму, в курятник. Познакомимся с бабулей. Мне же нужно знакомиться со всеми. Зовут ее Софи. Софи, привет. Блин. Куры мешают, не могу с ней поболтать. Здравствуй, приятно с тобой познакомиться. Если тебе нужны семена растений или еда, то ты там, где нужно. Позволь мне кое-что дать, как приветственный подарок. О, молоко дала бабуля. Спасибо. И у меня отношения с бабулей отличные. О, ребята, что это у вас тут происходит? Нам нужно с Марсом поболтать. Рад тебя видеть. Если понадобятся инструменты или оружие, заходи в мой магазин. У меня лучший выбор в этих краях. Похоже, ты хороший парень, так что я дам тебе это просто так, в качестве подъемных. Только не говори моей жене. Окей, что он дал? Медные руды, оловянная руда и каменный кирпич он мне дал. Здорово. Блин, надо было раньше со всеми поболтать. Так, кстати, у кого-то тут квест есть. Вот. У Марса есть квест. Не-не-не, пока я с ним не буду болтать, у меня еще мост не завершен. Мне новые задания не нужны. Давай зайдем сюда. Это у нас бар. Прикольный такой бар, слушай. Красивенько тут. Джанго, здорово. Давай знакомиться. О, новый мастер. Всегда приятно видеть в городе молодых. Если тебе нужны напитки и закуски, я к твоим услугам. Попробуй. Первый раз за мой счет. Спасибо. Сок дал нам. Вот с этим чуваком надо познакомиться. Альберт зовут его. Добро пожаловать. Если тебе нужны улучшения для мастерской, то мы как раз этим и занимаемся. Все, что тебе необходимо сделать, это выбрать план из каталога нашей компании. Здорово. Мрамор дал. Давай зайдем к ним, вот сюда посмотрим, что у них там есть. А, это в плане мебели он имел в виду, да? А вот и каталог сам лежит. Ясно, если мебель нужна будет, то надо обращаться сюда. Это чуть позже, я пока бомжара, денег нет. Но я не торговать с тобой хочу, я хочу сдать квест тебе, Пауль. О, к нему прям зашел за лавку, круто. Привет, мастер Задохлик. Я продаю мебель, так что если тебе понадобится, скажем, диван для настоящего мужика, ты знаешь, где меня искать. Ой-ой-ой, я не задохлик, между прочим, я просто маленький. Ну а раз я мужик, то дам тебе это в помощь. Что ты мне дашь? Крепкое дерево плюс 3, отлично. А вот он сразу к лезвию перешел. Превосходное качество, ничего другого от тебя и не ожидалось, мастер Хилячок. Блин, что он обзывается-то, а? Офигевший. Все, мы отдали ему лезвие. Так, с кем тут еще поболтать, вот.
Кэрол. Добро пожаловать в наш маленький городок. Надеюсь, тебе здесь понравится. Мой магазин продает одежду и костюмы. Так что если тебе понадобится крепкая броня или костюм для свиданий, приходи ко мне. Похоже, ты хороший парень, так что я дам тебе это просто так, в качестве подъемных. Только не говори моему мужу. Ха, нифига себе, Кэрол, короче, и Марс — это муж и жена. Марс мне сказал, не говори моей жене, а Кэрол сказал, не говори моему мужу. Блин, какие тут костюмы. Мне бы прикупить что-нибудь. Вот, за 200 могу вот такой вот обычная медийская куртка. Плюс 10 к защите, плюс 10 к максимальной энергии. Блин. Ну давай купим. Это всяко лучше, чем у меня сейчас что-то там бомжатское. Ну и, конечно же, возьмем штанишки. Так. Ну-ка, давай переоденемся. Опа. О, да посмотри, как я теперь стал выглядеть-то. Как настоящий торгаш, ё-моё. Осталось только побриться. Кстати, насчет побриться. Барбершоп, может, уже открылся, а? Хотя 2 часа дня, я в прошлый раз туда заходил, он был закрыт. Закрыто, да блин, не побриться мне. Так, осталось познакомиться еще с одним человеком. Это доктор Сю. Не знаю, кто это такой. Пойдем проведаем его. А, это клиника. Пойдем зайдем, посмотрим, как там обстоят дела в нашей клинике местной. Доктор Сью, здрасте. Привет. Добро пожаловать в Портию. Я единственный доктор в округе, так что приходи ко мне, когда тебе нужно подлечиться или купить лекарство. Вот, держи приветственный подарок. Что там? Что он дал? Травы. Он мне дал травы. Ну, спасибо за травы. Ну что, пришло время возвращаться в мою мастерскую. У меня там уже все готово. Я со всеми перезнакомился. Так что все меня теперь знают. Все, пила циркулярная закончила. Пилить. Забираем, значит, дерево. И, наконец-то мы сделали первую часть моста. Аллилуйя! Забираем ее. Посмотрим, что нужно для следующей части. Деревянная основа моста. Нужен кирпич. 12 кирпича. Бронзовый слиток, 15 штук. Из бронзового слитка сделать бронзовые плиты. И вот тогда мы сделаем деревянную основу моста. Ух, как это будет потно. Вот он наш мостик разрушенный. Давай, наконец-то, разместим здесь подъем моста. Вот так. Вот у нас подъем уже готов. Наконец-то мы уже начали делать мост. Ну что, на этой приятной ноте, в пасмурную погоду вечернюю, мы заканчиваем. Если тебе понравилось, то у тебя лайк, подписочка, конечно, если ты еще не подписан. Ну а на этом все. Увидимся в новом видео. Пока!